Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. У Рэшыцы знішылі апошнюю партыю супрацьпяхотных мін ПФМ-1. Забудова района уздоўж вуліцы Дакутовіча у Гомелі будзе працягнута ў гэтым годзе. Пажарны апавяшчальнік выратаваў сям'ю ў Лоеўскім раёне. А зараз аб гэтым і іншым падрабязна. У Рэшыцы знішчылі апошнюю партыю супрацьпяхотных мін ПФМ-1. Іх утылізавалі метадам халоднай дэтанацыі ў спецыяльнай бронекамеры. Пасля ўсе адходы перапрацоўваюцца да бяспечнага для экалогіі стану. Такія міны прымянялі савецкія войскі ў Афганістане. Іх магутнасць адносна невялікая, каля 30 грамаў у тратылавым эквіваленце. Напередодні были утилизованы 78 опошних супрацьпяхотных мин. Данный тип боеприпасов, срок хранения которого был определен 10 лет изготовителю, давно истек. Поэтому они, естественно, уже, скажем так, не отвечали требованиям безопасности с их обращением. Что касается уничтожения взрывоопасных предметов, которым занимаются вооруженные силы, внутренние войска Министерства внутренних дел, то это порядка 20 тысяч боеприпасов в год, вот, которые, как правило, уничтожаются вместе их обнаружения. Во-первых, Евросоюз весьма заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. И поэтому для нас это очень важный проект. Мы поддерживаем то, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции. И сегодня прекрасный день. Каждый раз, когда уничтожаются мины, это прекрасно. И для меня это очень важно. У Беларуси с часов Советского Союза заставались прикладно 3,5 миллиона таких мин. Тому в 2004 году наша краина долучилась до конвенции об забороне применения, створения запасов, вытворчести и передачи супрацьпяхотных мин и об их знищении. С этой метой был реализован совместный проект Беларуси и Евросоюза. Его кошт 4 миллиона евро. И зараз наша краина целком выполнила международные обязательства. У Гомельским гарвыканкаме протягивается вылучение проблем, якія хвалюць громадян с принятием отповедных решений. Сярод наибольш актуального – работа жилево-коммунальной господарки. Олег Синтерон наведал один из проблемных домов. У свой час такие домы будовали, как худшее вырашить жилевую проблему, але оказалось, что жить у них можно с комфортом и зараз, особливо, когда зарабить сучасный ремонт. Ненавитый ремонт и стал той темой, якую опошний час обмерковывают все жихары дома номер 14 по улице Урицкого. Некогда этот будинок належал белорусской чигунце. У 2000-м его передали на баланс города. Ситуация ускладняется тем, что квартиры тут коммунальные, с огульными кухнями, коридорами и санвузлами. Когда у своих покоях некий парадок жихары еще подтримивают, то место агульного корыстания часом покидают ждать лепшего. У 2006-м был распрацованный проект, после чего на Урицкого 14 провели ремонтные работы, але кардинально проблемы яны не вырешили. В период 2006-2008 года выполнялись работы по капитальному ремонту инженерных сетей. Первым этапом были выполнены работы по замене инженерных сетей подвала, устройству узлов водомерного, теплового, электрощитовой. Вторым этапом выполнялись работы по замене инженерных сетей по самому жилому дому. Работы по ремонту дома не задоволили жихаров. С отповедными скаргами яны звернулись у некалькі инстанций. У сектора по работе со зворотами громадян администрации Новобельского района Гомеля кажут, что отповедные документы сюда поступали так само. Проблема у тем, что менавито у этом районе города великая колькость старого жилья. На проведение его у парадок необходимы вельми значные сроки. Весь фонд Новобельского района самый старый в городе Гомеле. И многие, более 80% дома именно старые, которые требуют ремонта как капитального, так и текущего. Под час приезда журналистов жихары дома демонстрируют сотни сторонок переписок с разными инстанциями. Нельзя сказать, что на завороты не было никакой реакции, але на думку жихаров принятые меры недостатковые, а в некоторых выпадках увогуле формальные. Сегодня выражать взнятое питание еще больше складано в связи с тем, что у шергу покою уже никто не живе. С этими помешканиями так само необходимо нечто робить. Сами жихары дома пропонуют свой вариант вырешения проблемы – предоставление им социального жилья. Если им предложат альтернативу, достойную жизнь, ну и что, что они будут платить? Это же не арендное жилье, которое 2 миллиона, а социальное, где ты просто живешь, ну просто ты не будешь иметь права наследования. Кончаткового вырешения питания жихары дома номер 14 по улице Урицкого мают намер добиваться обовязково. У Гомельским гарвыканкаме с такой позиции погоджаются и готовы это помогчи. Хутчэй за все, встреча с обмеркованием усіх проблем жихаров дома отбудется уже на наступном тыдні.
В городе знает данный вопрос. Для решения сложившейся ситуации с участием заинтересованных лиц мы приглашаем граждан и в ближайшее время мы найдем приемлемое решение в данном вопросе. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У центра Гомеля з'явится группа с 5 шматкватерных домов. Шматповерховки будут размещаться уздовж улицы Докутовиш с выходом на Кирова. Первый дом на перекрыжовании Докутовиш-Червоная будет сдаден в эксплуатацию в этом году. После начнется подрыхтовка пляцовки для будовництва побач наступной шматповерховки. Работы по ее узвядению планируют начать до конца года. Увогуле будаўніцтва групы домов планируют завершить у ближайшие 3 года. Проект предугледжвае знос домов приватной забудовли и непрацующей котельни. Усе жыхары атрымают компенсацию, якая предугледжена законодавством. У план зносу не трапляе дитячий садок, які размещены побач. Строительство группы этих домов подразумевает за собой снос порядка 40 частных домовладений. Под эту группу жилых домов у нас попадает только частный сектор. Частный сектор и здание котельное, которое нерабочее. Детские сады и школы сноситься не будут. Они в зону строительства не попадают. Протягиваем выпуск. Про 3 тыдні в Беларуси означать шарговую годовину Чернобыльской катастрофы. Правда, у самих потерпелых районах сегодня больше кажут об перспективах, чем об минулым. Урэшті, задача кожной территории у сучасных экономичных умовах – створение працовных местов, отримание прибытков и поляпшение добробыту насельництва. Ситуацией у Брагинском районе ознайомились наши корреспонденты. Сучасный молочно-товарный комплекс у акционерном товаристве «Пераможнику» эксплуатацию вели крыху больше, як год тому. Ранее все молоко тут отрымливали на фермах, побудованных еще у советский час. По великим рахунку, працевать на их можно, але не вельми эффективно. Во всяляким выпадку, все надеи у господарцы теперь связываются с работой нового комплекса. Отриманные прибытки накируются на модернизацию старых ферм и повышение зарплаты работникам. Она зависит от производительности труда, то есть чем больше получать молока или мяса, тем больше и заработная плата. С учетом наращивания объемов заработная плата может 2 раза возрасти. Створение Полесского державного радиационно-экологичного заповедника – мера вымушенная. Жить тут нельга будет еще не одно стагодие. После того, как люди покинули эту территорию, природа вертается до своего початкового стану. Этот процесс сегодня активно выучают наукоўцы. Их доследованиями цікавятся у шмат яких краинах, включая Японию и Францию. Варты для переймання и в опыт выкористания драунины, якую можно отримать у заповеднику. Об яе массовой перапрацовцы размова не идеали, на некоторых участках узровень радиационного забруджування дозволяє проводить санитарные рубки с использованием отриманной драуніни для вытворчести пиломатериалов. Урешті, это додатковые сродки и працовные места. Если, конечно, деревья брать в чистой относительно зоне, то да. Тут же перед этим, как дерево берут, мы сделаем полностью пробы, берем. А только после того, что мы можем спилять это дерево. А также никто не занимается, как бы, без радиоактивной, как бы, проверки мы ничего не пиляем. Створение працовных мест у Брагинском районе сегодня сярод приоритетных задач. Основный вид вытворчести – сельская господарка, а тому и планы связаны с этим сектором. Разом с тем у райвыканками кажут об жадании развивать приватный сектор от створения агросядзиб до перепрацовчих вытворчестей. А прача того, у опошний час распаусюджвание отримали так званые мини-кермаши вакансии. Это коли у одним населенным пункте собираются керовники усих мясовых предприемств и пропануют вакансии каждому человеку с уликом его жадания и махчимостей. Мини-ярмарки, где сегодня устраивают, предлагают людям работу, как руководители всех подразделений, как совхоз Комаринский, АО, совхоз Комаринский, так лесхоз, и все руководители собираются сегодня, чтобы трудоустроить то население, которое сегодня не работает на территории Комаринского сельского совета. Олег Сюнтюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Обмерковать выники социально-экономичного развития Брагинского района и его дальнейшие перспективы завтра можно будет подчас промога эфиру программы «Диалог». Гостем студии станет наместник старшини районного выконавчего комитета Петр Романюк. Початок эфиру у 19:20 на телеканале «Беларусь-4». Номер телефона у студии 77-68-45.
Жыхары Гомельскай вобласці трацяць на прадукты харчавання каля 40% даходаў. Да такіх высноў прыйшло ўправленне статыстыкі, прааналізаваўшы дадзеныя мінулага года. Згодна з лічбамі, на ежу зыходзіць амаль 38% заробку, на адзенне і абутак 8%. На плату жыллёва-камунальных паслуг жыхары рэгіёну расходаваюць 7,5% даходаў, на пакупкі для дома і сувязь прыкладна па 6%. Далей у спісе выдаткаў ідуць адпачынак, клопаты пра здароўе, шкодныя звычкі, грамадскі транспарт і харчаванне па-за домам. Менш за ўсё жыхары рэгіёна трацяць грошай на адукацыю. У структуры расходаў яна займае крыху больш за 1%. Пажарны апавяшчальнік выратаваў сям'ю ў Лоеўскім раёне. Паведамленне аб пажары ў жылым доме ў вёсцы Крупейкі паступіла вартавальнікам каля 2 гадзін ночы. Калі да месца выклікаў прыбылі падраздзяленні МНС, дах будынка быў ахоплены адкрытым полымем. У момант узгарання ў доме знаходзілася сям'я з 3 чалавек, у тым ліку дзяўчынка 2005 года нараджэння. Пра здарэнне гаспадароў папярэдзіў аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Мужчына прачнуўся ад гуку, адчуў пах дыму, разбудзіў жонку і дачку, і яны пакінулі дом да прыбыцця выратавальнікаў. У выніку пажару агнём пашкоджаны дах, сцены, маёмасць унутры дома. Прычына высвятляецца. Адна з версій – неасцярожнасць пры курэнні. Па дадзеных МНС, з пачатку гэтага года, дзякуючы апавяшчальніку, на пажарах выратаваліся больш як 30 чалавек, у тым ліку адно дзіця. У картиной галереи Гаврила Вашанки открылась выстава «Арт-дизайн». У экспозиции – дипломные работы навученцев и выпускников отделения «Дизайн» Гомельского мастацкого колледжа. За 28 годов его існавання отделение «Живопис», «Декоративно-прикладное мастацтво» и «Дизайн» выпустили 750 специалистов. Многие из них протягнули навучание у ВНУ Беларуси и замежа. Проект «Арт-дизайн» закликаны засяродить увагу абитуриентов на одном из отделений колледжа. Усе дызайнерскія работы ўздымаюць пытанні, якія хвалююць сучасную моладзь. Гэта каханне і сям'я, пошук сябе, праблемы экалогіі. Здесь мы видим и серьезные какие-то компьютерные работы, да, и то, что может использоваться как декоративное панно, и что может использоваться на производстве игрушек. Наши ребята по работам, которые вы здесь увидели, да, очень широко могут использовать свои дипломные работы, и, конечно же, очень широко могут использовать то, чему их научили в нашем колледже. Они, из них выходят профессиональные дизайнеры. Сёння ў Гомелі адкрыўся міжнародны фестываль дзіцячых міратворчых аб'яднанняў «Жывая вада дружбы». На працягу 3 дзён дэлегацыі з Беларусі, Расіі і Украіны будуць удзельнічаць у трэнінгах і майстар-класах. У краіну маладзёжнай творчасці і натхненне завіталі нашы корэспандэнты. Девиз фестивалю «До миру и сгоды» у 21-м стагодзе. Сёлета молодежных форум збирая миротворчая делегация у 10-й раз. На юбилейный фестиваль приехала рекордная колькость удельников – 120 школьников с больше 20 городов. Со временем география, состав участников, программа, концепция фестиваля, она шла в ногу со временем. Но самое важное в этом фестивале остается – это миротворческое движение, это то, как дети, как молодежь в рамках молодежных общественных объединений, детских организаций могут внести свой вклад в построение гармоничного, развивающегося, спокойного мира и что они могут для этого сделать. Организаторы мероприемства постарались сделать программу фестиваля максимально насыщенной и, что немаловажно, сучасной. Ее складывают культурные и адукационные блоки, майстер-классы и тренинги, круглый стол, интерактивные пляцовки и творчий вечер. Подчас креативной майстерни командам пропонуют поразважать на тему, каким яны бачить фестиваль у будущине. Удельники форума наведают среднюю школу номер 27, якая носит статус школы миру, и посадить там древо дружбы. Так само подведут выники 5-го областного конкурса проектных работ. Работ ЮНЕСКО «Адукация, наука, культура», просвещенного культурной спадщине. Фестиваль, мне кажется, это не просто, чтобы найти свое место в мире. Это чтобы понять, что это значит для общества, что общество значит для тебя. Установить какие-то связи с ним, узнать больше о других народах. Потому что чаще всего именно в России они у нас нацелены на дружбу народов. Мы узнаем обычаи друг друга, традиции. На этот фестиваль приехала делегация из Шахт, мы с ним уже знакомы. Я с этой делегацией уже виделся 2 раза. В Дагестане и в Ингушетии. И вот получается, в эти раз мы с ними вот сегодня увидимся. Ганна Каральчук, Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. Сачите за эфиром.